Устал от недостатка единомышленников, так объяснил владелец корабля атаман Ермак князь Сибирский свое решение продать судно, ставшее неофициальной достопримечательностью Барнаула. Он просит за свое детище почти 4 миллиона рублей. Напомним, Струк Ермак построен барнаульцем Сергеем Рождественским больше 5 лет назад в Артыбаше на Телецком озере. Рождественский потратил на его создание 10 миллионов рублей личных средств. Затем привел корабль своим ходом, спустившись по Би-и-Аби в Барнаул. Здесь Ермак стал традиционным гостем речного вокзала. Многие горожане с удовольствием катались на судне по Аби за символичные пожертвования. Сергей всегда подчеркивал, что Ермак для него не бизнес, а воплощение казачьей мечты. Несколько лет назад он также наличный. Личные средства совершал водный крестный ход по местам боевой славы Ермака Тимофеевича. Невозможность зарабатывать на Ермаке стала одной из причин, по которой корабль выставлен на продажу. Солярки много, ну это может быть там полмиллиона, миллион в год надо тратить. Ну зарплата, солярка и так далее. Там, это не считая, что охрана должна быть у корабля и дому корабля. Кроме того, владелец подчеркнул, что заниматься кораблем мешают также проблемы со здоровьем. Впрочем, Рождественский отметил, если появятся единомышленники и инвесторы, Ермак, скорее всего, останется в Барнауле. По мнению владельца, корабль может состояться как социальный и патриотический проект.